Вежливость. Глава 13. Яхта Сорбона. В интересах безопасности Дима решил не пользоваться общественным транспортом и такси. Ему приходилось не раз наблюдать пикантные сцены ареста людей в Нью-Йорке, в которых с особым рвением принимали участие водители общественного транспорта. Было ясно, что вся нью-йоркская полиция поднята по тревоге. Он обратил внимание на несмолкающий рев сирен. В его поиске принимали участие не только полиция, но и подразделения пожарной безопасности. По дороге на Чёрч-авеню Дима встретил человека в чалме, попросил его продать одежду. «Так это тебя ищут? Идем со мной в этот бакалейный магазин моего брата. Мы тебя оденем так, что никто не узнает. Вот если бы ты говорил, скажем, на фарси, было бы совсем хорошо». «Я говорю», — ответил Дима на фарси. «Слава Аллаху, что ты меня встретил. Меня зовут Дара. Дима. Всевышний Дима нас сделал братьями, и он не позволит оставить тебя без помощи. У тебя телефон выключен? Нет? Скорее выключай». «Выключил. Давай сюда». Они зашли в магазин. Дима поздоровался на фарси. Ему ответили с такой приветливостью, что он совершенно отвлекся от ощущения опасности. «Сейчас», — продолжал Дара, — «завернем фольгой в несколько слоев. Возьми мой телефон. Своим не пользуйся до тех пор, пока не поменяешь номер. Но прежде всего свой номер аннулируй. Ахмед, Диме нужна помощь». «Идите сюда», — сказал Ахмед, — «к телевизору. Вот здорово! Это ты, Дима, там? Дима, ты гений! Как ты их просто и быстро уложил! А за что они тебя хотели арестовать? А вот, диджей, это твой друг?» Отвечает на вопросы журналистов. «Ага, вот негодяй этот Сандер. Подложил героин. Дима, ты здорово их наказал». А это говорит известный продюсер из Голливуда. Он тоже там был свидетелем происшествия. «О, он готов заплатить за тебя выкуп и приглашает тебя сниматься в новом фильме. Ему как раз нужен ты на главную роль. А это директор Нью-Йоркского департамента полиции. Ну, конечно, он не позволит устраивать такое надругательство над его людьми. А, он уверен, что через полчаса тебя схватят. Слава Аллаху, ты у нас». Ахмед пересказывал передачу новостей, так как не все присутствующие понимали английский язык. В магазине было несколько человек. Они по очереди подходили к Диме пожать ему руку, отдавая должное его ловкости и мужеству. «Дара, веди Диму в мой кабинет. Там, в кладовке, я положил твои принадлежности для грима. Загримируй его под Хаджи Махди. Хаджа Махди – герой иранского фольклора. Дара Малыги несколько лет назад приехал из Ирана вместе со своими друзьями в Нью-Йорк. Опираясь на иранскую диаспору, у них была мечта возродить иранский театр, который был запрещен в Иране во время проамериканского режима Реза Пехлеви. Для Соединенных Штатов Америки главное всегда было подчинение вассалов в политическом и военном отношении. Проблемы культуры стран, попавших под их влияние, игнорировались». Дима в считанные минуты преобразился. От прежнего Димы не осталось и следа. Новый друг приклеил ему бороду и усы.
облачил халат, надел чалму. Дима сейчас был похож на Дару, выглядел естественно и держался свободно. Дядь Жулиан последние дни настоятельно рекомендовал каждому держать при себе на случай крайней необходимости деньги в достаточном количестве для того, чтобы отправиться в Европу. Проницательный взгляд Димы на Дару, его брата и окружающих обнаружил, что дела с организацией бизнеса идут с переменным успехом. Такой парадокс в Нью-Йорке наблюдается часто. На одной и той же улице могут быть два одинаковых бизнеса, а у одного дела стремительно развиваются, у другого на грани банкротства. Дима вручил Даре все деньги, что у него были в кармане, около 5000 долларов, и сказал, что позднее он даст еще столько, сколько им будет нужно для успеха в торговле. Потому как Дима сказал, по той решимости, которая была у Димы во взгляде и позе, братья поняли, возражать бесполезно. Дара на всякий случай дал Диме свои документы и просил уничтожить их, когда отпадет надобность. Братья периодически со словами благодарности обращались к Аллаху, считая Диму его посланником. Распрощавшись с правоверными, наш герой направился в сторону финансового центра, где было условлено встретиться. По дороге его с большим почтением останавливали полицейские и проверяли документы. Несколько раз даже обращались на фарси, и Дима должным образом отвечал. Знания невозможно потерять. Знания не могут похитить злоумышленники. Знания не зависят от состояния фондовой биржи, экономики и глобального потепления. Глобальное потепление – очередная журналистская идея завязать тему для развития своего бизнеса, что подкрепляется интересами закулисных сильных мира сего. Этой зимой было очень холодно во всей Европе, особенно досталось западной. Там хроническая беспечность по отношению к зиме. Дома больше рассчитываются на коммерческий успех, а не на защиту от холода. Этой зимой в Европе еще раз почувствовали, что они замерзнут без дружбы с Россией. После причала Диму встретил дед Жулиан. «Здравствуйте! Здравствуй, Дима! Я тебя смог узнать только по походке. Как ты преобразился! Ты настоящий артист! Действовал ты правильно. Мы уже тебя заждались. Все в сборе». К причалу была пришвартована необычная трехмачтовая яхта «Сорбона». Дима уже несколько дней принимал участие в погрузке необходимых предметов для предстоящего путешествия и никак не мог налюбоваться совершенством форм этого необычного судна. Судно было действительно необычным. Никто из окружающих не представлял, насколько уникальна была его конструкция.